Я сегодня решила расслабиться и вообще не напрягаться. Вот только вышла из отеля, совсем чуть-чуть прошла. Так, сейчас мусор выброшу. Билетик порвала турно. Сейчас хочу дойти до башни Монпарнас. Прогуляться. Потом, как обычно. Ой, какая лапа. Да где они, бедные эти лапы, даже ничего не делают. Ну, в общем, хочу дойти до башни Монпарнас. А потом, ну, в латинский квартал, по сложившейся уже традиции, пообедать. И что-то такое красивое вдали, не видно. И покататься, наверное, на кораблике там прям рядом от Нотр-Дама, от латинского квартала. Кораблик. Вот. Хорошо, тепло. Сейчас уже то ли 11 градусов, то ли сколько. Вроде бы сегодня до 15. Так что счастье есть. Будет и на нашей улице праздник, как говорится. А то вчера я вымазала, как мамонт. Фрукты, фрукты. А на Киевске видно, нет, там пешеходные переходы. А, ну и здесь, наверное, тоже у меня сейчас будет. Такая маленькая дорожка. Малюсенькая, вообще ее перейти вот. Как бы сейчас видно, что красный свет, а когда солнце светит, там ни красного, ни зеленого практически не видно. Поэтому... Вот, зеленый свет. Поэтому иногда я бегу и вообще не понимаю, что на таких маленьких дорожках, например, должны быть пешеходные переходы специальные, да? Что это он рванул? Положить его. Ну, еще зеленый. Вот он, еще зеленый. Ну, в общем, и я бегу по дорогам. Благо, французские водители останавливаются заранее, и обычно они еще стоят, когда я бегу, иначе бы я не побежала. А бывает, что переходишь, очень быстро кончается. Ой, велики, велики. Вот мне бы сейчас велик. Ух, я бы по Парижу отгоняла. В общем, бывает, что быстро кончается зеленый свет, и... А машины-то стоят, они-то ждут. И я быстро-быстро пробегаю, так сказать, уступаю им дорогу. Но все водители культурные. Они еще какое-то время стоят после того, как я ушла. Да. Ну, на мотоциклах мало кто, но ездит. Ладно, пойду, увижу что-нибудь интересное, еще поснимаю.